Ростовский автобусный завод – одно из самых молодых предприятий отечественного автопрома. Был образован 22 мая 2007 года и располагал производственными мощностями для выпуска до 7000 автобусов ежегодно, собственным конструкторским бюро и инженерно-техническим центром. До недавнего времени основной деятельностью ООО «РУАЗ» являлось производство низкопольного автобуса «РУАЗ-5236» и его модификаций и междугороднего автобуса «РУАЗ-5239», отвечающих самым последним российским и европейским экологическим стандартам, стандартам качества, надежности, эргономики, а также обладающим выразительным современным дизайном. Модельный ряд автобусов «РУАЗ» разработан совместно с рядом конструкторских организаций из ближнего зарубежья, в частности, с известной компанией «Укравтобуспром», что позволило создать относительно недорогие, но современные городские автобусы, предназначенные для работы в крупных населенных пунктах и пригородах. Опытные образцы автобуса «РУАЗ-5236», представленные в 2008-2010 годах на различных выставках, вызывали интерес у потребителей. После началось производство модернизированных версий. Автобус категории М3 имел компоновку с задним продольным расположением двигателя. Кузов являлся низкопольным, несущим. При пассажировместимости в 120 человек число мест для сидения ограничено 25. Автобус был снабжен дизелем Deutz с рабочим объемом 7,4 литра, отвечающим требованиям стандарта Евро-3, коробкой передач CF с 6 передачами вперед. Задний мост и рулевое управление также производства CF. Кроме городской и пригородной версии, завод разрабатывал междугородний вариант автобуса. Также планировалось создание автобуса среднего класса длиной в 9 метров и малого класса длиной 6 метров, 12-метрового низкопольного троллейбуса и 18-метрового сочлененного городского автобуса. Все эти перечисленные новинки были разработаны в собственном конструкторском бюро с привлечением организаций партнеров. Параллельно с осуществлением этих грандиозных планов, РУАЗ освоил сборку из машинокомплектов автобусов китайской компании, предлагаемых под маркой «РУАЗ Зонда». В серию входят городские, междугородние и туристические автобусы различной вместимости, оснащенные дизелями Cummins, механическими коробками передач CF, пневмоподвесками и барабанными тормозами. В 2011 году украинский поставщик запчастей «Сферос Электрон» подал иск в арбитражный суд Ростовской области с требованием о банкротстве «РУАЗа». С 28 декабря 2011 года вследствие нерентабельности завод прекратил деятельность. Оборудование было демонтировано и перевезено на Таганрогский автомобильный завод. По словам заместителя мэра Ростова-на-Дону Виталия Золотухина, группа «Доннинвест», в которую входят «Тагаз» и «РУАЗ», не видит перспектив сборки автобусов в Ростове. В 2016 году на месте завода «Красный Аксай» начали строительство жилого микрорайона. С 2018 года автобусы «РУАЗ-5236» перестали выходить на линию в Ростове-на-Дону. Автобусы «РУАЗ» навсегда ушли в историю.